Всем привет, я Аня. Я сегодня расскажу вам про пейпер Гугла, который они опубликовали в ноябре, в середине октября. Текст to text transfer transformer. Кто-нибудь до этого слышал про transfer learning? Ну, все или кому-то непонятно, что такое transfer learning, потому что я могу объяснить в паре слов, что это такое. В общем, transfer learning — это когда мы предобучаем модель на unsupervised задачи, и потом дообучаем ее на уже задачи, которые мы хотим решить. Допустим, берем тексты, выкидываем из них слова, учим модель эти слова, восстанавливать тексты, вставлять эти слова в верные места, и потом уже вот эту предобученную модель дообучаем на своей задаче. Это transfer learning. Как это делается сейчас? Есть много разных архитектур, стратегий обучения и стратегий обработки данных, которые между собой никак не взаимодействуют. И, соответственно, мы не можем оценить, какой из подходов transfer learning работает. Мы не можем сделать чистый эксперимент, в общем, который бы показал, что какой-то подход, какая-то модель с какой-то идеей, она работает лучше, чем предыдущие. Потому что всегда есть элемент в модели, который отличается. Поэтому исследователи из Гугла решили, что как раз-таки провести такой чистый эксперимент, когда мы максимально... Мы делаем baseline-модель и уже по частям ее разбираем на... по частям ее разбираем и тестируем эти части отдельно, и получается, что мы можем проверить, какие идеи работают лучше, чем другие. Какие идеи в transfer-learning. Именно поэтому... это еще картинка того, что transfer learning дал буст в решении большого количества NLP-задач, в том числе question answering. Как к задаче transfer learning подошли в исследователи? Они решили взять тексты для нескольких задач, обучить одну модель, которая бы выдавала предсказания на несколько задач одновременно, сразу. То есть мы подаем, получается, на вход модели текст с префиксом задачи. Это может быть, например, переведи из английского в немецкий, и дальше идет текст на английском, и мы получаем предсказание на немецком. И такой подход называется text-to-text transfer learning. Они его придумали, но на самом деле не они, потому что до этого это уже так делали. В общем, это концептуально то, чем отличается T5 от предыдущих подходов. Они решили решили сначала обучить baseline-модель, которую потом тюнить и сравнивать идеи дополнительно. Вот базовая модель по архитектуре, она похожа на BERT Base. BERT — это state-of-the-art бывший, state-of-the-art transfer learning подход. И в качестве архитектуры они выбрали просто модель из Attention Zoll Unit статьи. Кроме того, что добавили вместо positional coding relative positional coding. В целом, если кто-то до этого читал про BERT Base или Attention Zoll Unit, он знает про структуру этой модели. Они, получается, притренили модель на unsupervised задачи, и потом файн-тюнили ее на задачах других. Это какие-то параметры их обучения в два раза
меньше на файн-тюнинг обучающих шагов, чем на претренинг. Вот это все, все вот эти параметры, они одинаковые для файн-тюнинга. А функция, целевая функция, она характерна для задачи, для файн-тюнинга, и learning rate в файн-тюнинге константный, а в претренинге он inverse square root, когда мы после, после вот, вот этого шага экспоненциально уменьшаем learning rate. Вот. Целевая функция, которую они выбрали для своей базовой модели, это вот, когда мы просто 15% случайно сэмплируем слов из последовательности, выкидываем эти слова и предсказываем на выходе вот эти выкинутые последовательности. При этом они отметили, что если мы выбираем целевую функцию, которая предсказывает, которой не нужно предсказывать всю входную последовательность, ей нужно предсказать только то, что выкинуто, это такой простой способ сделать свое обучение модели еще быстрее. Потому что модель не должна тратить время на предсказание полной последовательности. Да, да, да. Ну, смотри, до этого была картинка, где они, получается, ну, закладывали задачу в предложение. Ну, типа, переведи на английский там. Да, да, да. Типа, здесь этого нет. Либо они сначала тренируют модель вот на таких чистых текстах, а потом префикс появляется уже на файн-тюнинг? Ну, вообще, префикс... Вообще, префикс как бы не особо нужен, потому что типа... они используют... это то, о чем я бы говорила попозже чуть-чуть. То, что они делают, они сначала обучают на unsupervised задачи, предобучают. И вот мультитаск сеттинг у них появляется только в одном из своих экспериментов. То есть в конечном счете модель не особо нуждается в префиксах вообще. Потому что мультитаск файн-тюнинг они не используют. Вот. Они собрали для обучения, они собрали датасет из Common Crawl. Они просто отфильтровали своей техникой датасет Common Crawl, и получилось 20 терабайт данных, 745 гигабайт данных из 20 терабайт данных. Вот. Получается, притренились не только на английских текстах, а веб-страниц. Downstream таски, которые они решали, это 24 задачи от саммаризации до перевода. Во время файн-тюнинга они бенчмарки Glue и SuperGlue. Это набор датасетов и задачи из NLP. Они их объединяли. Ну, то есть все датасеты в SuperGlue и Glue были объединены во время файн-тюнинга. Вот. И baseline результаты. Они, получается, прогнали вот эту encoder-decoder модель, похожую на Transformer и BirdBase, 10 раз и посмотрели на стандартное отклонение. Это единственный раз, когда они смотрели на стандартное отклонение модели, потому что, ну, это вычислительно дорого считать его на последующих шагах, поэтому они сделали только один раз. Вот, можно посмотреть, что как важно в NLP использовать предобучение, потому что без предобучения скор сильно падает на всех задачах, кроме одной, где обучающая выборка была достаточно большой, чтобы модель обучилась и без претренинга. Вот, получается, они обучили свою baseline-модель, получили скоры, и сейчас мы будем смотреть на то, как они тестировали разные идеи из трансфер-лёрнинга на своем baseline. Попеременно? Да, да. А вот сейчас они взяли и encoder, и decoder из attention is all you need.
Да, они взяли, они повторили архитектуру полностью. А для претренинга они использовали задачу, ну да, вот типа маскируем и предсказываем слова. Да. А как они это... Ну, то есть понятно, как сделать это только с декодером, а как это сделать и с энкодером, и с декодером? Мы подаем в энкодер последовательность, а в декодер что подаем? Ну... А? Такую же? Ну, да, ну, то есть... А, ну, то есть мы как будто перевод делаем, да? Да-да-да. А, все, понял, окей. Вот. Первое, что они решили проверить, это разные структуры моделей. В transfer learning используются attention маски в self-attention, чтобы... Ну, чтобы по-разному выделять внимание на какие-то части последовательности входной. Вот, и есть три типа attention масок. Наиболее популярных — это когда модель видит всю входную последовательность, когда модель видит только предыдущие токены входной последовательности, и когда модель видит какую-то часть входной последовательности полностью, и после нее только, только предыдущие токены, вот это вот causal with prefix, когда вот мы часть последовательности видим полностью, а часть потом модель предсказывает по токену. Вот, и вот эти три типа attention масок, они протестировали в трех архитектурах. Encoder, decoder — это как раз-таки то, что они использовали в своей baseline-модели. Потом языковая модель, в которой используется каузальная attention маска, и префикс, языковая модель, в которой используется префикс каузальная маска. Вот. И это результаты их проверки. Можно заметить, что вот они проверили вот это результаты бейзлайна. А результаты бейзлайна, где веса шерились, вот количество параметров здесь можно заметить, а здесь можно заметить количество операций, которые необходимы для обучения модели. Вот, и получается, что в целом скоры не так сильно падают, когда мы шерим веса, при этом мы экономим место. В остальном, вот они еще уменьшали размер бейзлайн модели в половину и использовали вот эту вот языковую модель и префикс языковую модель. Видно, что, ну, как бы, encoder-decoder модель выступает лучше всех. Вот. А дальше, после архитектуры модели, они решили проверить целевые функции для unsupervised задачи. Первое — это когда мы какой-то префикс подаем в модель, и модель должна предсказать окончание предложения. Потом bird style целевая функция, когда мы заменяем какие-то случайные токены специальным токеном и заменяем какие-то случайные токены случайным токеном. И модель должна предсказать оригинальный текст. Потом, когда мы дешафлинг, когда мы просто перемешиваем слова в последовательности, и модель должна восстановить последовательность оригинальную. Когда мы скрываем токены, и модель предсказывает оригинальный текст, заменяем какие-то отрезки токенов, ну, больше, чем один токен, на специальный токен, и модель предсказывает, получается, вот эти вот спаны. И когда мы просто выкидываем токены, и модель предсказывает выкинутые токены. Вот. И random spans — это целевая функция, когда мы случайно выкидываем span случайной длины. Вот.
Потом они, вот это те функции, которые они тестировали, плюс они протестировали вариации bird style целевой функции, то есть вот эти вот три стратегии коррупции, потом процент токенов, которые мы выкидываем случайно, то есть 10, 15, 25 и 50, и длину последовательности, которую мы выкидываем. 2 токена, 3, 5 и 10. Вот тут видно, что bird style целевая функция лучше всего помогает модели решить downstream задачи. И вот для разных вариаций bird style функции видно, что в целом примерно одинаковый перформанс, когда мы заменяем спаны и когда мы их выбрасываем. И когда вот здесь можно заметить, что в целом процент токенов, которые мы выкидываем в unsupervised целевой функции, не важен до того момента, пока мы не выкидываем слишком много, допустим, 50%. Или то же самое касается длины спана, которую мы выкидываем. Она не важна до того момента, пока мы не выкидываем слишком много, 10, допустим. И тогда на значительном количестве задач модель перформит хуже. Вот, потом они решили потестировать разные датасеты, на которых предобучаются. Они использовали вот C4, это который отфильтрованный common crawl, потом нефильтрованный common crawl, датасет с новостями, тоже, ну, который они получили из C4 датасета отфильтрованного, просто выбрав фильтром по ресурсам, из которых они брали тексты. Потом они оставили тексты веб-страниц, Википедии страницы и Википедии плюс корпус с книгами. Видно, что на части задач притренинг на каком-то датасете, который схож с домейном задачи, играет положительно, потому что, например, задача из SuperGlue, они для SuperGlue и Glue все скоро выдают средние, но потом отмечают отдельно для каждых подзадач, как они перформили модели на этих задачах. Вот. В общем, в SuperGlue есть задача, которая связана как раз-таки с question answering на каких-то книжных датасет, на какую-то книжную тематику. И вот тот факт, что здесь есть, что модель притренилась на книжном датасете, положительно сыграл роль в метриках, в контексте метрик. Вот. В целом, зависит от задачи, естественно. Для размеры датасета они вот нашли, что после какого-то этапа датасет, модель обучается хуже, чем если датасет больше, потому что в их изначальном сеттинге C4, датасет, на котором они перетренятся, модель ни разу не повторяет, то есть она ни разу не видит второй текст дважды. Из-за того, что из-за размера датасета. Получается, когда мы сокращаем размер датасета, мы увеличиваем количество раз, когда модель видит тексты второй раз, повторно. И чем больше модель видит, чем больше повторных случаев того, чтобы модель видела тексты, тем ниже скорость, потому что модель научается. Ну, она выучивает тексты, получается. Вот.
Потом они протестировали разные стратегии обучения. Бейзлайном является все еще pre-train на unsupervised задача, потом fine-tuning на supervised задача. И потом они в качестве альтернативных подходов они посмотрели на адаптер-слои, когда мы выбираем параметры из модели для файн-тюнинга и постепенное размораживание слоев в энкодере-декодере параллельные. Вот, это архитектура адаптер слоя. И это дополнительно стратегии, которые они протестировали. Как раз-таки мультитаск-тренинг — это когда они притренятся на нескольких задачах одновременно и используют разные чекпоинты модели, чтобы файн-тюниться на задачах. Это получается, вот у вас есть одна модель, и вы используете разные чекпоинты из этой одной модели для файн-тюнинга на разных задачах. И они использовали разные стратегии для того, чтобы сэмплировать данные для мультитаск-лёнинга пропорционально с использованием температуры и равномерно. То есть когда из датасетов для претренинга с одинаковой вероятностью выбираются данные. Вот. Здесь можно посмотреть, что в целом для файн-тюнинга ни одна из стратегий, кроме gradual unfreezing, на задачу SuperGlue не сработала лучше, чем baseline. И при этом вот для мультитаск-тренинга, когда мы на нескольких задачах сразу притренимся и потом файн-тюнимся тоже на... используем одну модель для притренинга. Если мы сэмплируем примеры данных пропорционально из каждого датасета в притренинге, то это работает сравнимо с бейзлайном на некоторых задачах. Вот. В целом можно заметить, что пока вот unsupervised pre-training и fine-tuning и multitask pre-training и fine-tuning работают лучше остальных в большинстве задач. И это наиболее, получается, выгодная стратегия обучения моделей. Затем они попытались сравнить, вот если у вас есть дополнительная вычислительная мощность, на что ее эффективнее тратить? На увеличение количества обучающих шагов, на увеличение бача или на просто увеличение размера модели и количество обучающих шагов? Или ансамблирование только файн-тюнинных. В общем, вот здесь, когда они тестировали ансамблирование моделей, сначала они тестировали, когда мы отдельно обучаем 4 бейзлайн-модели и ансамблируем их. Потом они тестировали, когда мы притреним одну модель и 4 раза файн-тюним эту модель и ансамблируем результат. И видно, что, что вот учитывая, что когда мы ансамблируем только модели, которые мы только файн-тюнили по-разному, это незначительно отличается от, когда мы просто ансамблируем 4 разные модели, при этом это значительно уменьшает количество ресурсов, которые мы тратим на такой формат обучения.
Вот. Они, вот, получается, мы посмотрели на какие-то разные, разные способы обучения Transfer Learning моделей, и сейчас они выбрали из этого набора характеристик те, которые перформили лучше всего, и проапдейтили свою бейзлайн-модель. Получается, они изменили денойзинг, целевую функцию на денойзинг, но только спанов, где количество токенов в спане — это 3. Увеличили в 2 раза количество шагов, в 4 раза увеличили максимальную длину последовательности, batch size, и теперь модель во время обучения обрабатывает вместо 34 миллиардов токенов 1 триллион. Вот, притренили они на, получается, нескольких датасетах сразу. И, ну, сохраняли, чаще сохраняли чекпоинты. И получилось 4 варианта проапдейченной модели. Small, large, модель с 3 миллиардами параметров и с 11 миллиардами параметров. Вот, они, получается, постепенно увеличивали количество параметров, количество слоев, количество attention heads, размер эмбеддингов в модели и размер полносвязанных сетей в блоках. Полносвязанных слоев в блоках. Ладно, я пошутила. О, нет. Вот. В общем, где они не побили соту, это в перефразировании и в определении схожести предложений. Вот, в Natural Language Inference и в Machine Translation. В остальных они побили соту, но нужно понимать, что они побили соту с помощью своей модели с максимальным количеством параметров. 11 миллиардами, и это немного не показатель. И задача регрессии, которую они использовали, это на самом деле задача классификации, просто с 21 классом. Так что не очень корректно говорить, что Т5 может решать задачи регрессии, потому что на самом деле они не пытались пока еще. Вот, что можно вынести из этой статьи? На самом деле это хороший обзор подходов к трансфер-лёрнингу, возможно, немного уже устаревший, но, тем не менее, достаточно полный. Вот, текст и текст, формат обучения работает в целом хорошо, но непонятно, как хорошо для регрессии. Потом использование encoder-decoder архитектуры тоже работает хорошо. Если использовать целевые функции, которые предсказывают не всю последовательность, а ее часть, не всю последовательность входную, а ее часть, то это существенно сократит ресурсы на обучение модели. И обновление части параметров во время файн-тюнинга не обходит обновление всех параметров. И если ансамблировать модели только зафайн-тюненные по-разному, то это примерно так же, как ансамблировать модели полностью по-разному обученные, ну, отдельно обученные, но при этом меньше использует этот, ну, затрат на вычисления. Вот, можно посмотреть на ссылки. Они выложили коллаб, где можно зафайн-тюнить Т5 под свою задачу прям из ноутбука. Вот. Все. Есть ли вопросы? Вопросов нет, давайте поблагодарим.